Вау! Огромный картофель фри с шоколада! Жаль, не могу сказать такого же о своей крохотной порции. Хорошо, что мне досталась упаковка побольше. Есть один плюс. Я могу быстрее всех съесть свою сладкую картошку. Это нельзя назвать плюсом! Эй, ты что себе позволяешь? Ого, посмотри на Мэри! Меня посетила гениальная мысль. Нужно добавить к моей картошке сладких соусов. Только посмотрите, как сочно это выглядит. У меня уже слюнки текут. О да, это великолепное дополнение. Настоящий сладкий шедевр. Мэри, что происходит? Я больше не могу сдерживаться, извините, мне хочется съесть все и сразу. Рад, что ты все-таки справилась. Значит, теперь пришла моя очередь. Это прекрасная новость. Как же шоколадно! Очень насыщенный вкус. О нет, кажется, упаковка падает. Тедди, ну аккуратнее. Тебе нужно беречь голову. Бедняга, неплохо ему досталось. Какие красивые звездочки! Умоляю, скажите, что мне все это кажется. Боюсь, что нет. Ребята, это настоящие осьминоги. Фу, какой он склизкий. Ой, да. Мне не стоило к этому прикасаться. Как же мне противно. Ладно, лучше зажмурюсь и попробую быстро проглотить свою порцию. Думаю, пока я жую, мне не стоит дышать, чтобы не чувствовать ужасный запах. Боже мой, как это мерзко! Кажется, все, у меня получилось. Тед, теперь твоя очередь. Удачи! Она точно не будет лишней. Только посмотрите, как отвратительно трясутся эти щупальцы. Уверен, у них ужасный вкус. К тому же они очень жесткие, не получается раскусить. О, получилось. А знаете, чем-то напоминает спагетти. Ну, очень отдаленно. Тед, соберись, ты еще не закончил. Да, ты права, хватит медлить. Я должен съесть все, что осталось, разом. Так будет легче. Что-то мне плохо. Ты что задумала, Кейт? Я не собираюсь есть сырого осьминога, поэтому придется заняться готовкой. Газовая горелка мне в помощь. Кажется, работает. Посмотри, щупальцы приобретают приятную поджаристую корочку. Это выглядит даже аппетитно. Никогда бы не подумала, что такое скажу. Что ж, пора попробовать мое блюдо. Похоже, осьминог как следует прожарился. И это великолепно. Я даже не откажусь от добавки. Это блюдо достойно лучших ресторанов мира. Вот это да! Ты молодец, Кейт! Что же вы творите? Какая маленькая порция. Жаль. Все посмотрите сюда. Вам есть чему завидовать. Ого, Мэри, что это у тебя? Разве ты сам не видишь? Это огромный арбуз. Как же он мне нравится. Ну вот, почему жизнь так ко мне несправедлива? Кому-то достается гигантский арбуз, а мне крохотная конфетка. К тому же очень жесткая. Зубы можно сломать. Кейт, ты уверена, что поймаешь? О! Похоже, она переоценила свои возможности. А вот и нет. Я все-таки поймала. Наконец-то можно съесть свою порцию. Думаю, мне пора подкрепиться. Почищу свой арбуз острым ножом, чтобы добраться до мякоти. Вот так. У меня неплохо получается. Когда-нибудь смогу устроиться чистильщиком арбузов. А вот и сочная мякоть. Какая красивая! Класс! Не зря старался. Оно того стоило. Ну все, пора с этим заканчивать. Было вкусно. А как же мне добраться до сочной мякоти? Может быть, расколоть арбуз молотком? Да. Получай! А у меня неплохой удар. Получилось. Ничего себе, Мэри. Пустяки, я способна на большее. А сейчас я воплощу в реальность мою гениальную мысль. Приготовлю арбузный смузи. Вау, никогда не видел ничего подобного. Рада, что смогла тебя удивить, Тедди. Неужели ты все это выпьешь? Уверена, это не станет проблемой. Главное, не опрокинуть огромный стакан.
Да, стоит быть осторожной. Давай лучше я тебе помогу. Надо же, как тяжело. Я с трудом могу это удерживать. Тед, ты что делаешь? Все льется мимо рта. Извини, стакан оказался слишком тяжелым. Не смог его контролировать. Вот, возьми все, что осталось. Убери руки. Такой помощи мне больше не нужно, спасибо. Кейт, ну я же не виноват. Виноват. Вау, огромная банка шоколадных конфет. И она целиком и полностью моя. Ну вот, какая несправедливость. Моя порция в десятки раз меньше. Посмотри сюда. Вот это несправедливость. Мне, как всегда, досталось меньше всех. Я даже не могу взять эти крохотные конфетки руками. Придется использовать пинцет. Надеюсь, я смогу прочувствовать вкус. Что-то есть, но очень слабо. Нечего мелочиться. Придется высыпать всю порцию сразу. Да, так-то лучше. Теперь ощущаю шоколад. Я больше не могу сдерживаться. Пора и мне попробовать свои конфетки. Вкуснятина! Я узнаю этот вкус из тысячи вкусов. Он заставляет меня сходить с ума. Ну вот, просыпал кучу конфет мимо рта. Обязательно нужно их собрать. 3, 2, 1. Все, моя порция закончилась. Ах да, вот еще одна конфета. Чуть ее не упустил. Теперь ты, Мэри. Я уже начала, но никак не могу раскусить хотя бы одну конфетку. Ну все, мне это надоело. Придется взять пилу. С ее помощью я точно справлюсь. Смотрите, я же говорила. Наконец-то. Тед, ты думаешь о том же, о чем и я? Великолепно! Никогда не пробовала ничего вкуснее. Эй, ребята, а куда вы пропали? И где мои конфеты? А ну стоять! Мэри нас увидела, нужно ускоряться! Я все равно до вас доберусь. Лучше сдавайтесь по-хорошему. И не подумаем. Никогда не видела такую маленькую баночку нутеллы. Ма. Думаю, такого ты тоже никогда не видела, Мэри. Посмотри. Неужели удача мне улыбнулась? Так долго я ждала свою огромную порцию. И вот время пришло. Не будем оттягивать приятный момент. Хочу попробовать. О, да. Эта шоколадная паста просто божественна. Вообще-то я тоже не откажусь от шоколада. Пусть моя порция совсем крохотная, но я все равно ее съем. Уверена, она такая же вкусная, как и твоя паста, Кейт. О, да, настоящая нутелла. Попробую вылизать банку до конца. Вот только она такая маленькая, что даже язык не помещается. Но я не сдамся, содержимое банки окажется у меня во рту и точка. Мэри, смотри, не проглоти ее целиком. Не переживай, я отлично справилась. Браво! Вот это мастерство! Я попробую не ударить в грязь лицом. Хотя, признаюсь, после такого это сделать непросто. Но я не привык пасовать перед трудностями. О, какая вкуснятина! Класс! Рука сама тянется за очередной ложкой. Я же говорил вам, что не могу контролировать себя, когда ем шоколад. Все, к черту ложку, попробую достать пасту прямо рукой. Так намного вкуснее и удобнее. Вот проклятье! Кажется, рука застряла в банке. Что за невезение? Тед, просим тебя, успокойся. Сейчас мы тебе поможем. Дурацкая банка! Никак не могу снять! Ух! Наконец-то получилось. Она вся в шоколаде. Как же я хочу его съесть. Если вы закончили, позвольте мне отправиться в сладкий заплыв. Я уже надела купальный костюм. Что она делает? Мне кажется, или Кейт застряла в банке. Вот это да! Ой, боюсь, ей хорошенько досталось. Я пришла в себя. О, какое счастье! Кругом море шоколада. Полежу так еще немного. Ой, девчонки, что это там светится? Вау, нам досталась жвачка. Класс, у меня маленькая порция, но зато я могу попробовать ее первой. Я очень люблю хуба-бубу, но никогда не пробовала ее вместе с шоколадом. Интересно, какая она будет на вкус?
Ничего себе! Это очень вкусно! Просто пальчики оближешь. А теперь я надую пузырь. Ой! Ничего себе! Он получился шоколадным! Вот это здорово! Здорово и еще очень смешно! Только посмотри, какая у Тины шоколадная борода! Ну ладно, теперь мой черед! Мне досталась средняя порция! Ой, жвачка убежала! Убежала прямиком ко мне! Так, почему бы ее не попробовать? Да что ж такое? О, поймала! Эй! Ну ты и воришка! Ладно, угощайся, обжора! А я пока надую пузырь! Какой классный получился! Надо попробовать намочить его шоколадом! Точно! Я сделаю шоколадный шарик! Он застынет и получится нечто мега крутое! Смотрите-ка, как здорово! А теперь я лопну жвачку и получившийся сосуд наполню шоколадом! Класс! У меня получился настоящий шоколадный коктейль! Украсим трубочкой и зонтиком и можно пробовать! Ого, гениально! Софи, теперь ты! Наконец-то! У меня самый большой фонтан в мире и тройная порция жвачки, которую можно наполнить шоколадом. Класс! Я превращу обычную жвачку в шоколадную. Закроем, немножечко потрясем, а теперь посмотрим. Ура, получилось! А теперь попробуем! Как же это вкусно! Просто объедение какое-то! Ну что, вы готовы увидеть самый большой пузырь в мире? Тогда погнали надувать! Ой, ой, спасите! Кажется, я сейчас улечу! Ого! На помощь! Кто-нибудь! Ого! Не переживай, Софи, сейчас я тебя спасу! Кидаю тебе жвачку, лови! О, кажется, я поймала ее за ногу, и это очень кстати. Софи, тяну тебя на землю. О, нет, я падаю. Мамочки, как страшно. Ох, ты снова здесь. Ура. Спасибо, девчонки, это было нечто. Вау, как круто. Ну вот, у меня самая маленькая порция. А мне досталась средняя, и я ей рада. Вот это размерчик! Разве можно мечтать о большем? Да уж, впечатляет! Какая же крошечная бутылочка у Майли! Смейтесь, смейтесь! А я пока попробую это восхитительное желе Скитлс в бутылке. Объедение! Жаль только, что его так мало. Да еще и конфеты застряли. Может, получится дотянуться языком? Давайте, идите сюда, пожалуйста! Ой, мой язык застрял! Девочки, сделайте что-нибудь! Ух, бедняжка, давай-ка я тебе помогу! Ой, ой! Еще чуть-чуть! Ой, ой, моя голова! Это было больновато, но жить можно! Кстати, Тина, теперь ты! Ура! А то у меня уже слюнки текут. Как же тут много желе. И оно настолько вкусное, что остановиться невозможно. Эх, потрясающе. Что? У меня руки приклеились к бутылке. Да что ж такое-то? Ой, эй, ты что, испортила мою прическу? А ну быстро убирай. Да-да, конечно, извини, это вышло случайно. Сейчас еще чуть-чуть. Ой-ой, это я тоже не специально. О, нет! Тина, ты что наделала? Ладно, прощаю. Да уж, девчонки, наблюдать за вами сплошная умора. Ну что, теперь я попробую свое желе. Ой, как же тяжело его выдавливать. Похоже, придется поднапрячься. Давай, Софи, ты сможешь. Ого, как же это круто! Вау! Оказывается, я уже выдавила так много желе, что даже не вижу его конца. Выглядит, конечно, очень красиво. Ой! Вы только посмотрите на это! Сколько же тут конфет! Угощайтесь, девчонки, здесь конфет на всех хватит. Большое спасибо, это очень вкусно. Какой кошмар!
Не могу понять, что за насекомое внутри моего леденца. Это что, пчела? Гадость! А у меня кое-что похуже. Мерзкий таракан. Кошмар! Мамочки, а мне достался огромный леденец с летучей мышью. Что ж, Софи, ты начинаешь первая. Давай, желаем удачи. Ой, как же мне страшно. Ого, какой это вкусный леденец, оказывается. Мне очень нравится. Вот это поворот. Ой, а я-то боялась. Так вкусно, что даже мало. Ой, я совсем забыла про насекомое внутри. А ну-ка, кыш, кыш отсюда. Эй, чур не кусаться, я же тебя спасла. Где моя мухобойка? Давай, лети отсюда да подальше. Ага, ой, как голова кружится. А можно было поаккуратнее? У меня теперь шишка вырастет. О нет, теперь моя очередь есть этот жуткий леденец. Ну, если не обращать внимания на этого таракана, то вполне себе вкусно. Да еще как вкусно! Мне очень нравится. Ужас, не понимаю, как она может это есть. Ням-ням-ням. Ой, а где таракан? Я что, его проглотила? О нет, вот же он. А-а-а, мамочки! Вот так. Надеюсь, попался? Его здесь нет, девочки! Куда же он подевался? Он у тебя на голове! Что? Спасите, на помощь! Спокойно, Майли, спокойно, я тебя спасу! Ну-ка! Вот так! Ух, ура! Браво, Тина, ты молодец! Не стоит благодарности! Ох, девчонки, жалко, что вы уже съели свои леденцы, а то бы я с радостью поменялась! Ого! Ничего себе! А он и правда очень вкусный! Обалдеть! Невозможно оторваться! Тина, ты что делаешь? Это просто супер! А чего вы так смотрите? О нет! Я же забыла про летучую мышь! Лети отсюда прочь! Мне кажется, нам пора бежать! А-а-а! Скорее! Ах, трусишки! Испугались графа Дракулы! Ну что, самое время подкрепиться. Я уже 100 лет не ел. Как же это вкусно! У Майли маленькая баночка ММДМС, у Квентина целый аппарат. А что же обнимает Софи? Ого, так этот автомат даже больше, чем у Квентина. Крутяк! Майли, начинай первое. Ну давай, Майли, приятного тебе аппетита. Ого, видимо, баночку закрыли уж очень хорошо. Давай же, приложи максимум усилий. Какая же вредная банка! Ну все, я сейчас же разобью эту банку с помощью моих огромных рук Халка. Ну вот, так намного лучше. Иди сюда, моя вкусняшка. Ой, как же вкусно! Она такая шоколадная! Квентин, продолжай! Отлично! Мне нужно только повернуть рычаг! Эй, ну давай же, крутись! Не получается! Может, я что-то делаю не так? О, вы видели, здесь есть разъем для монеток! Обалдеть! Ну что ж, видимо, мне придется скормить этому голодному автомату парочку моих монет, чтобы достать сладости! Ну-ка! Да, вот и моя конфетка. Какая она аппетитная и очень вкусная. Хочу больше, больше конфет. Это просто объеденье. Эй, а где еще монетки? Неужели закончились? Автомат наелся, а я еще нет. Поэтому сейчас же распилю его и достану свои конфеты. Получилось! Надо было так сразу сделать и есть конфеты бесплатно. Думаю, что теперь пришла очередь Софи. Ура, ура, наконец-то я наемся конфеток. Нужно только прокрутить ручку и ловить свои вкусняшки. Вау, как вкусно! Нужна добавка и поскорее. Эй, а почему не крутится? Автоматик, ты меня обидел! Ой, а что происходит? Кажется, автоматик тоже на меня обиделся! Ребята, берегитесь, нас атакует автомат с конфетами! О, нет, падает!
вроде бы атака закончилась. Ого! Вы только посмотрите, как много конфет! Налетаем! Почему мне досталась такая маленькая шоколадка? Yes. А мне повезло, у меня шоколадка нормального размера. А где же моя шоколадка? What? Неужели мне ничего не дали? Сочувствую, Майли. А я начинаю. Ну что ж, поскольку моя шоколадка очень маленькая, я буду брать ее с помощью пинцета. О, ко мне только что пришла классная идея. Я могу положить шоколадку в стакан с молоком, шоколад растворится, и у меня получится шоколадное молоко. Круто придумано! Сейчас попробую. Ого, какая вкуснятина! Мне очень нравится. Квентин, можешь продолжать? Правда? Ура! Сейчас я съем... Что такое, Софи? Ну уж нет, делиться я не намерен. Жадина! О, а я знаю, как его проучить. Выставлю температуру кондиционера на максимальный градус. Тогда шоколадка Квентина расплавится прямо у него в руках. Иди сюда, вкусняшка! Эй, а что происходит? Моя шоколадка тает прямо на глазах! Какой кошмар! Неужели я даже попробовать ее не успею? Как же обидно! Но я все еще могу облизать руки. Они же все равно в шоколаде. О, да, это очень вкусно. Ну и чего вы смеетесь? Вы бы на моем месте поступили так же. А у меня шоколадки как не было, так и нет. Ой, а что это за звук? Мамочки, мне что, спускают шоколадку на вертолете? А-а-а, она сейчас упадет на нас. Ребята, достаем горелки. Надо успеть расплавить эту огромную плитку. О, нет, поберегись! Ой, мы все в шоколаде! Ага, но он очень вкусный! Коктейли с брокколи? Гадость! А вот у Софи порция будет побольше. Сочувствую. Неужели... Да, Квентину достался просто огромный коктейль. Майли, начинай. Мне совсем не хочется его пить, я ненавижу брокколи. Ой... Какая гадость! Ничего ужаснее я в жизни не пробовала! Фу-фу-фу! Погоди-ка, надо еще и брокколи съесть! Вот уж спасибо, Квентин! Ну что, Софи, продолжай! Что ж, думаю, чтобы это осилить, мне понадобится прищепка, чтобы хотя бы не чувствовать запах. Ладно, попробуем. Ой, какая мерзость! Все, я больше не буду! Как это не будешь? О, ко мне пришла идея. Софи, не желаешь клубничного коктейля? Отлично, тогда держи клубничный, а этот ужасный я заберу. Большое спасибо, Квентин. Коктейль с клубникой точно приятнее, чем с брокколи. А почему я все равно чувствую брокколи? Ты меня разыграл? Я больше никогда тебе верить не буду. Вот это прикол. Квентин, кстати, теперь твоя очередь. Я протестую. Брокколи есть не буду. И коктейль тоже вылью. Ого, сколько же его там? Почему он до сих пор льется? Что? Получается, нельзя просто вылить коктейль на пол? Он возвращается. Ну ладно, тогда я оболью им кого-нибудь. И это не сработало! Софи сухая? Да как же так? Она же секунду назад была в коктейле из брокколи! Нет, я все-таки от него избавлюсь! Вот и все! Ура! У меня получилось выкинуть коктейль! О, нет! Он выливается прямо на меня! Какая мерзость! Поделом тебе, Квентин! Ой, ну и запах! Ура! Мне досталась огромная упаковка хлопьев! А у меня средняя, что тоже здорово. А у меня супер-пупер маленькая упаковка. И такой же маленький бокальчик молока. Не везет мне на вкусняшки. Но зато я буду первая. И маленький размер еще не означает, что нужно все быстро съесть. Итак, я возьму маленькую тарелочку, куда налью немного молока и насыплю хлопушку. Такую маленькую еду надо есть маленькими ручками. Ой, я чувствую себя куколкой. Очень забавные ощущения. О, да, это было вкусно. Квентин, ты следующий. Именно так. И я готов приступать. Попробуем.
О, да, вкуснятина! Я не хочу пачкать посуду, поэтому засыплю как можно больше хлопьев сразу в рот. А теперь залью молоком. О, да, вот это потрясно! Софи, не смеши меня! Прости, но ты сама меня рассмешила! Ой! Ого, я вся в хлопьях? Ну, хотя бы попробую. Ого, очень даже вкусно. Майли, теперь ты. Да, и я уже придумала, как съесть такую огромную порцию. Ребята, что вы сидите, погнали за мной. Для такой огромной упаковки нужна огромная тарелка. Итак, вашему вниманию, огромная тарелка в виде бассейна. Молоко я уже залила, осталось добавить хлопушки. Ну, а теперь ныряю с головой. Так, как же это офигенно! Ну, вообще и правда идея крутая. Ага, так я смогу и поплавать, и поесть. Обалденно!